близнецы породы русская бегая гончая, достаточно породные. Не могу сказать, что это блесткие собаки. Средняя возрастная группа, один выжлец и один старшая возрастная группа. Поставьте собачки. Будем говорить так, неплохо сложены, такого старопитерского типа, не крупные собаки, правильно сложенные, чего сейчас, будем говорить, не часто встретишь, все переразвитые. Тула у нас сыграла свою роль, собаки стали переразвитые на провисших лапках. Тем не менее, значит, что имеем? Единственное, чтобы здесь отметил у этого вожлеца, чуть, может быть, не знать, желательно потемнее глазок. Но собака средней возрастной, может, все у него абсолютно правильно. Значит, в движениях немножко скован, за заднюю левую ногу вроде как подлыжеватый. Ну, посмотрели, нет, все-таки жарко. И оставляем его оценку отлично. Единственный, значит, представитель в средней возрастной группе. Не вижу таких деталей, чтобы, значит, снизить оценку до очень хорошо. Можно иметь три недостатка, значительно. Будем говорить... Прекрасный пеги выжлец. Оценка отличная и единственный представитель рынка. Второй выжлец. Старшая возрастная группа, я извиняюсь. Неплохо сложен в средних размерах. Значит, кряжистый, сбитый. Значит, нетипично оба несут гоны, должен отметить. Бегая собака должна нести гон круто над собой, упругий. Оба несут нетипично. Тем не менее, значит, прекрасно одет, хорошо сложен, с неплохими линиями головы. Можно отметить незначительную скуластость, но ухо для бегай, незначительная мазанина. Значит, оценку дать отлично, значит переборщить сильно. Если считаю, что его оценка, и одна еще деталь, значит отвисшая мошонка. Не при женщине сказано, это считается большим недостатком у гончих собак и не только у гончих. Значит, оценка очень хорошо. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Чхор? Отлично. Значит, останавливаемся на первой собаке. Собачка прекрасно одета. Все сложено хорошо. Недостаточки какие. Может быть, чуть великовато ушко не по голове. И гон излишне опушен. А так, в целом, все, собачка сложена прекрасно. Вторая собака практически ничем не уступает. Даже голова может даже почище, чем у первой. Да? Чепец покороче, а у нее может даже лучше. Но одета опять же в одежде уступает. Сейчас, как вы извините, все-таки осматриваем на данный момент собак. Может быть, если она была бы лучше одета, была бы первой. Тоже хорошая собака, прекрасная, все. Собака тоже неплохая. Но разлиньки, разлиняла, поменяла шкурку. И, конечно, у нее выражена скуластость. Что вот на сегодняшний день так. Как говорит, ее ставят на оценку очень хорошо. Головой она уступает очень здорово. Скуластость этого цвета. Вот. А так в целом собака прекрасна. Грудь развита хорошо, опущена, спина широкая. В общем, недостатков вот только в голове. Больше не вижу. Это уже, как говорится, племенной материал. Все, говорит. Собака прекрасно сложена, голова правильных линий. Вот. Вот эти вот седина уже, конечно, у собаки, кажется, что надбровные, но в целом их нету. Голова правильных линий, все. Грудь опущена. Ну, небольшая прибрюшистость. Небольшая прибрюшистость, это после щенков. А в целом лапы, рычаги правильного поставы, сочленения все. Ну, конечно, тоже в разлинке. Была бы одета, говорю, она бы выглядела еще лучше. А так собака очень прекрасная. Все. Так, вопросы? Оценку, да, я сказал. Отлично, я сразу сказал, что две первых очень отлично. Хорошо, отлично. Сам понимаешь. Что, друзья мои, имеем 4 единицы. Средняя возрастная группа, выжлецы. Младшая возрастная группа, русские гончие.
Ну, что такое младшая возрастная группа? Это щенки, в принципе, собаки еще не сформированы, все будет меняться. Они будут раздаваться, мужать, крепнуть. И, в общем, подетально все будет правиться или в одну, или в другую сторону. Делать свое лучше. Почему первый вожлец стоит на первом месте? Видите, значит, прекрасно сложен, шубастый, значит, хорошо одет. Ну, начал линять, как они все сегодня, начал сыпаться. Значит, единственное, чтобы сегодня ответил, поставьте собаку, вот, это подопрелое, слегка цвелое веко. Все остальное у этого вожлеца прекрасно. Для младшей возрастной группы будем говорить очень типичный, не блестки, но прекрасный, с потенциальным заделом на отлично выжлец. Получает оценку очень хорошо, естественно, стоит первым в этом не великом по числу. А второй выжлец, значит, между вторым и третьим разница какая? Колодкой бьет, хорошей спиной, достаточно высоко вперед, но в голове есть такие недостатки. Еще будет меняться, это, конечно, будет мужик. По жизни крепкий, хорошо сложенный. Но в голове вот следующие детали. Несколько широковато ухо в основании, скуластость, короткощит и светлый глаз. Значит, тем не менее, наверное, с потенциальным заделом, если все это не изменится, они изменятся такие детали, как скуластость. Ухо сечет по корпусу, так могучий. Значит, я думаю, смотря по рингу, он будет, может не иметь высокую оценку, то есть высшую оценку отлично. Но сегодня младший возрастной получает свою высшую оценку, не взирая на вот эти вот. Бьет своей колодкой, корпусом подкупает. Значит, оценка очень хорошо, второе место. Хотелось бы по своему типу головы и вообще, значит, взирая на то, что младшая возрастная группа, этого вожлеца поставить сюда. Но вот такая вот прекрасная голова, практически без укоризны. Знаешь, куда я еду? Прекрасно. Где вышки стоят? Не доезжая ни Кольского. Я не знаю даже, как это сформулировать. Вот тут стоят эксперты, может, они мне подскажут. Но я не нахожу, что такое раскелеватость груди, я знаю. Распахнутая грудь и все остальное. Ну, приезжай, неделю там охочешь. Да, так ты этот поедешь, заезжай, я тебе... Неправильно, а вы есть либо, заезжай ко мне. Когда заезжать? Я... Да, собаки. Молодой человек! Так вот, с этой накричи. Я вас жду! Останавливайте. Ну что, тяжелая артиллерия, наш цвет породы. К сожалению, сказать, что здесь есть что-то такое, что можно было бы назвать таким блестким цветом, нельзя. Но тем не менее, что имеем? Первый выжлец. Значит, ходит впереди, подкупает своей типичностью, одежкой, значит, приземистой. Что такое русская собака? Должна быть приземистой за счет глубоко спущенного ребра. А типичный тот, русский выжлец. Типичный, подожди, за исключением высокоперелок. Ну, несколько волнится, значит, псовина, но на его шубе будем считать, что это нормальное явление. Все прекрасно сложены, с хорошими статями, достаточно высокоперед. В голове имеют следующие недостатки. Незначительная скуластость и закат. Тем не менее, значит, эти два недостатка, я считаю, не умаляют его до такой степени, чтобы дать ему оценку очень хорошую. Оценка безукоризненная, отлично по этому рингу. И первое место в ринге. Второй выжлец. Прекрасный выжлец, колодистый, высокопередый.
Значит, на хороших рабочих статях, на рычагах имеет незначительный размятик передней конечности, будем так говорить. Движение, кстати, этого не показывает. Вот. Голова хороших линий, правильных. Несколько прямолинейный обрез губы, как у папы. Несколько имеет брыльцу, значит, и чуть желательно потемнее глазок. Вот такая деталь, имеет справку. То есть поэтому с такой деталью, даже при наличии ветеринарной справки, я ему даю оценку очень хорошо. Оценка очень хорошо. Не читается абсолютно прикус, но предоставил справку и имел предыдущую оценку, значит, в младшей возрастной группе. Опираясь на эти детали, оставляю ему его оценку, и имеет он очень хорошо. Конечно, если бы не эти детали, можно отдать и отлично. Тем не менее, сегодня так. Очень хорошо, и второе место в линии. Следующий вы жрец. Видите, да? Тенек залез. Прекрасной линии головы, с хорошей головой, с хорошим темным глазом. Все хорошо. Для выжреца можно отмечать брыльцу, можно нет. Все хорошо. В движениях не показывается. И выставлен не в выставочной форме. Понятно, о чем я говорю, да? Даже в движениях несколько горбится. Короче, не показывается собака. Имеет оценку очень хорошо при следующих деталях. Несколько, значит, сближенные задние конечности. Движение это просматривается. Сегодня не в выставочной форме. Имеет, значит, такую деталь, как эпилома, которая передается по наследству. Оценка очень хорошо, и третье место в ринге.